Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Полтора месяца назад мы сварили лейденский сыр или голландский сыр с тмином. Вариант голландского сыра. Что-то я заговариваюсь сегодня. Варили его по рецепту, предоставленному интернет-магазином сырок.com.ua и из набора, тоже предоставленного интернет-магазином сырок.com.ua. Ссылку на то, как мы варили этот сыр, ссылку на видео, вы найдете в описании видео. Сегодня традиционно продегустируем его. Созревал он полтора месяца, в принципе, может созревать и два, и три, но нам надо ехать в поездку, нам нужен с собой сыр для сухпая. Поэтому я его сейчас зарежу. И вот такая красота у нас получилась. Давайте сейчас нарежем, посмотрим крупным планом. Ой, пахнет божественно просто. И после этого продегустируем. Сыр получился полутвердый и очень красивый по структуре. Сейчас я вам покажу крупным планом его структуру. Вот такой вот сырок у нас получился, немножко пористый, с небольшими глазками, с хорошим равномерным вкраплением тмина и с невероятным запахом. Давайте попробуем его на вкус. Снимаем кожицу из латексного покрытия. Друзья, пахнет невероятно. Конечно, тмин придал ему просто неповторимый букет. Сладковатый цветочный аромат, которому чуть-чуть с кислинкой, которому примешивается аромат тмина, это вообще нечто. Очень крутой. Так, хватит жрать. Друзья, сырок получился просто потрясный. Ну и если посмотрите видео о его приготовлении, полностью приготовлен по рецепту интернет-магазина сырок.com.ua, я ничего не добавлял, ничего не убавлял, просто готовил по рецепту, чтобы понять, насколько адекватные, качественные рецепты печатает, ну, как бы, предлагает нам интернет-магазин. Все получилось очень классно. Ну и, конечно, качество ингредиентов. Качественная закваска, равномерные глазки в сыре, равномерное вызревание. Ну, вообще, мне к этому сыру придраться не к чему, и замечательный аромат. Поэтому с удовольствием вам представляем дегустацию. Смотрите, переходите по ссылке в описании, смотрите рецепт, повторяйте, пробуйте сделать этот сыр. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. А мы с Ларисой готовим для вас много интересных сыров. Всего доброго, пока!